А Майнкрафт полсердечко. А где Всем я? привет! Если мы проходим карту полсердечко. Карту полсердечко. Ты где вообще? Возьми Дежопинский. А я вообще не могу двинуться. Я пошел проходить. Кстати, у меня отравление какое-то. Это чтобы у тебя полсердечко было. Одни сердечки не восстанавливаются-то больше. Там ладно. Отравление на бесконечно. Понятно. Я уже слышу там игрок какой-то. О, привет! Ой. Да я ему еще с экрана. Кто? Ритм телефон не люблю. Я даже... Все, побежали. Отстой ты, мел. Все, я уже прошел немножко пол паркура. Какой пол? Да. Да. Надо было побежать. Прикольно. Я вот здесь. Здесь это где? Где? Все, я побежал, наконец-то. Не бейте. Я уже второй уровень прохожу, Жень. Привет! Ты где? Все, уже у нас второй, да, пшеничку мы соберем, чтобы поесть, что было. Так, я пока пшеничку буду собирать. Но я уже как бы жив уже, Жень. Я уже прошел карту немножко. Нет! Я ударился! Ну все, пошел уже проходить следующий уровень. Это у нас называется второй уровень, он же будет полегче. Это у нас какое-то облако. Ой, моя, у меня что-то лагает. Блин, упал. Да не там, где не надо. Ой, привет, Жень. Ой, пока, Никиточка. А! Все, следующий. Дальше у нас кактус выйдет, ё. А если я в кактусу кольнусь, что будет? Сдохнешь. Ага, я боюсь. Это вообще-то легкий паркур, хочу сказать. Дальше у нас нужно сквозь кактусы пройти всего лишь и все. Просто сквозь кактусы. А если мы от кактуса укольнемся, тогда мы умрем. У нас же одно сердечко. Я даже не боюсь ничего. Что я умру. Так, а дальше куда? Кажется, я здесь застрял где-то. А ты где вообще? Выпал из мира. Спавн-поинт. Понятно. Спавн-поинт. Так, теперь у нас идет лавовый уровень. Бля, а если я здесь промажу? Вы! Блин! Я теперь в церкви, что ли? Телефон для тебя продаю сейчас. Нет! И лишь бы я не лагерь не появился. Я прошел там. Да почему? Я появляюсь в я так долго проходил. Ладно, давай-ка будем проходить уже карту. Это лава у нас паркур. Не паркур? Ни разу. Ну да. А в чем прикол? Никит, я по магме хожу и не получаю урон. Понятно. А, вот в чем прикол. Паркур. А, как я поднимаюсь. Шары, ты иди далеко. Угу. Шахта? Да иди ты. Ты там шахту уже проходишь. Да заткнись! Эх, как это трудно. Раз. Два. И три. Не допрыгнул. Давай-ка еще. Ай! А я дошел до четвертого уровня, где шахта. И что там? Я пока не знаю, я только дошел до туда. У меня два сердечка, Жень. И чем? А я счетерил так. Да это баг карты. Потом у тебя на шахте все это отравление, новый эффект появится. Я два сердечка себе забагал. Хи-хи-хи. Это игра забагала, если ты не понял.
Это круто. О, сундук. Ты даже 3 сердечка, 2 сердечка с половиной. Пустой сундук. Как это надоело. Спасибо. Уже припрыгиваться. И куда мне нужно попасть? Где тут вагонетка? Не знаю. Здесь кто-то кровати расставил. Спасибо. И дальше пошел испытание проходить. Здесь у нас что-то у нас много огня какого-то, чего-то. Иди сюда, Женя, тебя вижу. Ты меня видишь? Ты еще там? Понятно. Что здесь такой баг происходит? Гори! Баг не пофиксили, у меня что-то сердечки все хорошие стали. Хорошо, что не пофиксили. Правда, у меня полные сердечки, Женя, у тебя так же? А потому что он тебе эффект отравления еще не поставили. Почему? Дойдешь до меня, поставят. Самая странная смерть сейчас будет. Это, ну, зато я могу, зато я не умирать буду часто. Хотя бы уберите этот огонь уже. Обойдешься. Угу. Я не умею паркурить. Пока здесь я нахожусь, я умею паркурить. Эй! Была, спасибо тебе. Я пошел. Слышишь, что так нельзя? Почему? А потому что так запрещено. А каким способом? А потому что ты багом пользуешься. А не надо баги было делать. Сам виноваты. Жень! А потому что так нельзя. Мне было все равно полсердечка. Каким багом я пользуюсь? Ну да, пока у тебя сердечки бьются, ты падаешь. А-а-а, ты меня столкнул. Да какая левитация в попу? Оп, и еще. Да куда мы дожди и так дальше полетели? Вообще-то, когда сердечки бьются, таким багом пользуются люди. Я пользовался. Осторожней будь. Стой. Да ты урод! Как я не могу эту карту пройти? Лестницы. Чё? Полети... Вы погибли. Каким способом? Шахтерский уровень. Да я... Так, всё, привет. И здесь уже спотпоинт будет, да? Нажать. Привет. Ох, пробежал. Что? Нет! Я уверен. Здесь лабиринт из воды, поэтому ты точно не пройдешь. Погоди, я сейчас сломаю здесь кое-что. Вот этого уже нельзя. Ну, можно, можно. Кое-что раз посмотреть. Зачем ты лиану ломаешь? Я прошел лабиринт. Мне нужен спорт. Не надо. Что? Пощадите меня, скелеты. А, помогите, меня убьют. Я чуть меня не убили скелеты. Mm. Но я оторвался от них. Ну, хотя бы спотпоинт сработал. Наконец-то. Меня скелеты чуть не убили. Ладно, сейчас мы пройдем очень быстро все. Через полчаса. Что это за место? Это кровь мешает.
Неправда мешает. А если с кровати беру, ничего страшного. Ну, ничего. Просто я тебе больше не поставлю. А это ты мне поставил? Да. Ну, тогда больше тебе не поставлю. Все? И да я снова, ну, ничего страшного. Если я не восстановлюсь, то я заново пройду шахтерскую усталость. Ты вообще где? В грибном биоме. Понятно. Грибном. Угу. Оп. Я упал опять. Ну ладно. Сейчас еще у нас еще есть одна попытка. Вторая часть будет на моем канале. На этом все. Пока. Всем пока.